Вот видишь, моя маленькая ученица, как легко можно оживить сказочных героев. Рекс, Пекс, Фекс. И ты тоже, учась в моей школе, школе магии, можешь научиться делать чудеса. Но для этого нужно прилежно учиться. Ну что, начинаем наш урок? Ах, прекрасная фея, сегодня такой чудесный зимний день. Мне совершенно не хочется учиться, не хочется каникул и настоящего зимнего чуда. Мне хочется танцевать, петь, и чтобы все вокруг кружилось в новогоднем хороводе счастья. Но вот именно для этого и нужно учиться. Ведь сегодня мы открываем наш детский кинофестиваль «Сказка», и ты тоже сможешь подарить всем нашим зрителям, нашим гостям и нашим детям настоящий сказочный мир кино. Но открыть наш сказочный новогодний кинофестиваль можно только с помощью волшебного хрустального ключика. А для этого... Подумаешь, махнула палочкой. Вот он! Ой, хрустальный. Да не ключик, а туфелька. Нет, это у тебя ключик, но не хрустальный, а золотой. Из какой он сказки, ребята? Буратино! Что же делать? Ты перепутала все. Попробуй еще раз. Я сейчас все исправлю. Взмахни палочкой. Моя маленькая ученица еще совсем не волшебница, она только учится, но она все перепутала. И если мы сейчас же не вернем все эти предметы в их сказки, тогда мы не сможем открыть кинофестиваль, потому что у нас не будет хрустального, настоящего сказочного ключика для того, чтобы открыть дверь в этот фестиваль. Что же делать? Я все перепутала. Здравствуйте! А я иду Новый год отмечать! Это год быка, и это значит мой год! Скажи, пожалуйста, а ты хорошо знаешь сказки? Конечно, я очень хорошо знаю сказки! Мне кажется, я придумала, кто может нам помочь! Скажи, пожалуйста, ты не можешь вернуть эту сказочную хрустальную туфельку в сказку про Золушку? А этот золотой волшебный ключик в сказку про Буратино? Конечно, конечно, с удовольствием. Тем более, я только что встретила принца. У него такой прикид, весь в цепях, кожи. И вот что мне подарил благородный... Помоги, пожалуйста, нашей маленькой волшебнице. Она передаст тебе эти предметы. Смотрите, как красиво, ребята! О! Я похожа на новогоднюю елку! Правда? Ребята, же? А может это будет мой новогодний костюм? Тебе надо торопиться? Я пошутила! Конечно же, я все верну на место, как обещала!
Итак, я запомнила. Золотой ключик Золушки, туфельку Буратино. Что золотой, она сказала, ребята? Золушки, что она только что сказала? Буратино. Она все перепутала. Она собирается туфельку отдать Буратино, а золотой ключик... Что же делать? Я думаю, ты перепутала не только сказки, но и перенесла их героев в наш 21 век. И теперь наши герои сказочные не будут выглядеть так, как мы привыкли их видеть. Они будут совершенно другие, с цепями. Что же делать? Я не знаю. Нам нужно вернуть туфельку. Буратино... Ох, сама запуталась. Нужно вернуть туфельку. Кому, ребята, помогите? Золушке, а ключик Буратино... Бежим! Мам, ты чего офигела? Ключик! Значит, она не может попасть домой! Я не могу этого допустить! Однако же, где ее дом? Она так внезапно убежала! Я прикажу охране приготовить мой мотоцикл. Я найду ее. Охрана! Охрана! 300 лет живу на свете, ничего не помню. Куда иду, зачем иду, никак не помню. 300 лет проживаю на этом свете, куда-то иду, чего-то несу. Подожди, куда я шла? Туда? Нет. Туда, 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 туда и шла, туда, туда. Госпожа Тортилла! Кто меня зовет? Госпожа Тортилла! Кто меня зовет? Я не вижу. Да, войдите. Госпожа Тортилла! О, боже мой, Чиполлино! Нет, нет, я Буратино. А, я так и понял, мальчик с пальчик. Я так и понял, да. Здравствуйте. Доброе утро. Нет, я говорю, добрый день. А, да, вы действительно правы, и погода сегодня значительно холодная. Нет, я говорю, желаю вам приятного здоровья, здравствуйте. Вот и я говорю, я не пойму, зачем мне Тортилле вот это вот какой-то башмак хрустальный, я не знаю. Зачем он мне, хотя нет, я вспомнила, я с помощью этого башмака... Должна открыть какую-то дверь. А как же этот башмак откроет потайную дверь? Сейчас много чего делают. Чего делают? Много. Ну, как откроет дверь-то он? Наверное, так надо эту дверь вот так вот. Что вы делаете, госпожа Тортилла? Ой, Тортилла, да. Слушай. Как же быть? Я вспомнила. Я должна найти какую-то девочку, которая точно знает, как открыть с помощью этого башмака дверь. Девочку? Да, девочку. Подожди, куда ты? Голова закружилась. Где ты? Да, я... Так может быть, эта девушка, это Мальвина. Малина? Нет, Мальвина. 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 Я совсем запутал. Ну как же я так? Я живу на свете, ничего не помню. Куда иду? Зачем шла? Кого ты хотела? Госпожа Тортилла, а где находится эта потайная дверь? Нет, туда все-таки, по-моему, туда. Вы, может, знаете? 300 лет на свете. А где находится потайная дверь, а? Надо у Тортиллы спросить, да? А где? Госпожа Тортилла, куда она побежала? Туда? А, туда? Туда, да? Туда, хорошо, я понял. Ой-ой-ой, ну дай посмотреть. Молодец. Девчонки, смотрите, мне что-то это напоминает. Где-то я это уже видела. А у нашего принца крутой мотоцикл, прикинь. Точно. И прикид, что надо. Ой. Ну-ка. Ой, да он золотой. Настоящее золото? Мама, да. Мы богаты! Золото, девочки! Мама, это шанс! Мама, шанс! Да работай, учись! А ты ничего, гламурненький! А вы знаете, мы все поняли! Мы этот ключик сами и потеряли! Ну, не вы роняли этот ключик, а девушка, которая танцевала со мной на вечеринке! Ой, держите маму! Ой,
Как это? На какой-то вечеринке? И что ты хочешь этим ключиком сейчас сделать? Может, она нашла его. Хорошо, может, я она верну. Украла его. Золотой ключик, если он откроет вашу дверь. А у нас дверь бронированная. Правильно. С видеонаблюдением. Этот ключик не от вашего дома. Но он очень похож на наш ключик. Отдайте нам его, мне пожалуйста. Мне пора. Принц, принц, куда вы? На кого вы нас бросаете, принц? Никому не подходит эта туфелька. Где же его прекрасная хозяйка и Тортила? Кто? Волк? Не знаю, не знаю. А может, в зале она сидит? А? Надо проверить. Прекрасный господин, не примерите ли вы эту туфельку? Ой, похоже, у вас 45-й размер. А, может быть, она вам подойдет? Не подойдет? Ой! Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вы не могли бы примерить эту туфельку? Ее примеряли сотни девушек, даже Мальвина. И никому она не подошла. Мы не будем ее примерять, потому что мы с моей маленькой ученицей отлично знаем, кому принадлежит эта туфелька. Да! Ой! Простите, а вы не знаете дверь, которую мог бы открыть этот ключик? Знаем, знаем. И чья это ключик? И какую дверь он открывает? И чья это туфелька? Это не та сказка, ты все перепутала. Боже мой! Уф, я вас нашла! Простите, я все перепутала. Сказку про Золушку вернула золотой ключик, а сказку про Буратино – хрустальную туфельку. Видите, дети возмущаются, неправильные сказки получаются. Простите, я ошиблась. Это я виновата. Прежде чем волшебную палочку размахивать, надо научиться как. Я поторопилась, праздника хотела, каникул. Я думаю, что ты сможешь все исправить, ученица. Ведь это самая талантливая ученица в моей школе. Ребята, а давайте аплодисментами поддержим нашу маленькую ученицу. Я вам обещаю, у нее все, все получится. Спасибо вам, ребята. Все получилось, ребята. Хрустальный ключик у нас. И мы сможем открыть наш 10-й юбилейный кинофестиваль. Но для начала
Нам нужно вернуть все сказочные предметы, золотой ключик и хрустальную туфельку их сказочным владельцам, иначе как же сказки будут жить без этих волшебных аксессуаров? А у меня уже есть. У меня уже есть золотой ключик. И более того, я, кажется, начинаю догадываться, где находится та потайная дверь, которую он должен открыть. А как же я? Здесь нет ни одной хозяйки этой туфельки. Да, в зале нет. Ведь Буратино знаю. Сказал, что она никому не подошла. Никому не подошла. Где же ты? Золушка, где? Давайте позовем вместе. Золушка! Золушка! Золушка, мы ждем тебя, Золушка! Тише, ребята. Смотрите, кто это? Ах! Какая вот красивая! Она, моя Золушка! 21 века! Как где красиво. Же ты была так долго? Мой милый принц, по пути сюда со мной произошла невероятная история. Мое прекрасное платье превратилось в этот странный наряд. А еще я не могла идти быстрее, потому что у меня всего одна туфелька. Да ладно. Но мы же сможем это исправить, принц. Ой. Ребята, хрустальная туфелька обрела свою владелицу. Ура! Спасибо. Золушка и принц, снова вместе, как в старые добрые времена. Ну а что же нам делать? У нас есть ключик, все наши гости ждут открытия кинофестиваля, но мы не можем это сделать, пока не попрощаемся с нашими любимыми сказочными героями. Ведь вы же еще вернетесь к нам в наших новых современных сказках. Я думаю, некоторых из них вы сегодня еще обязательно увидите. До свидания! До свидания, ребята! До свидания! Возвращайтесь к нам! Ну что же, моя маленькая ученица, у нас есть хрустальный волшебный ключик, у нас есть необыкновенно красивые зрители в зале. Что же нам остается? Найти ту дверь, которая должна открыться этим ключиком? Мне кажется, дверь в кинофестиваль спрятана где-то здесь. Где же? Да вот же она! Ребята, а давайте узнаем, что находится за этой сказочной зимней дверью. И, может быть, тогда мы все вместе попадем в настоящую новогоднюю сказку. Thank you.
праздничное шоу накануне Нового года. Но ваша сказка уже закончилась. Я так спешила, но не успела. Что же мне теперь делать? Смотрите, какой красивый снег! Какая настоящая сказочная зима! Не волнуйся, ты никуда не опоздала, потому что наш детский кинофестиваль только открывается. У нас есть хрустальный ключик. И ты тоже вместе с ребятами сможешь увидеть необыкновенные сказки, мультфильмы и сможешь почувствовать настоящее приключение. Ой, как интересно! А не могли бы вы рассказать мне и всем детям об этом прекрасном фестивале? Вот уже 10-й год подряд, канун Нового года. Фестиваль «Сказка» дарит всем детям самые лучшие фильмы и мультфильмы со всего мира. А как вы определяете, какие фильмы и мультики самые лучшие? Потому что у нас, как на самом настоящем взрослом фестивале, работает жюри. Но не простое, а волшебное. Это детское жюри, которое оценивает сказки, смотрит фильмы и потом говорит, какая же сказка запомнилась им лучше всего. И это самое профессиональное жюри, потому что в нашем жюри только дети. Это самое справедливое детское жюри. Ну а кто же лучше детей может определить детские фильмы? Позвольте представить вам членов нашего уважаемого жюри. Члены жюри номинации «Игровое полнометражное кино». Московский детский профессиональный театр «Бэмби». Председатель жюри, народный артист России Александр Леньков. Тысячу лет, а так прыгает. Члены жюри номинации «Анимационное кино». Детская мультипликационная студия «Чебурашка». Студия детского экранного творчества «Эскиз». Детская студия игрового и документального кино «Гармония». Председатель жюри, генеральный директор анимационного фестиваля «Золотая рыбка» Виктория Лукина. Ваши аплодисменты, друзья! Оценивать участников фестиваля наше уважаемое жюри будет в трех конкурсных номинациях. Полнометражное игровое кино. Полнометражное анимационное кино. Краткометражное анимационное кино. А сейчас позвольте представить вам человека, который подарил нам эту замечательную сказку. Генеральный продюсер фестиваля Лариса Преториус. Дорогие друзья, я очень рада вас всех приветствовать. Итак, здравствуй, наша дорогая сказка. Давайте мы ее поприветствуем вашими добрыми предновогодними аплодисментами. Спасибо, мои дорогие. И я надеюсь, что сегодня все сказочные герои, которые пришли к нам сегодня в гости, оживут на наших экранах, потому что сегодня вас ждут еще подарки, сюрпризы и, конечно, кинематографические подарки. И мне бы хотелось сегодня представить еще один фильм. Это, одну минуточку, у нас есть здесь еще гости. Итак, внимание, у нас в этом году есть ретроспектива, которая посвящена великому, я не побоюсь этого слова, гениальному актеру Михаилу Ивановичу Пуговкину. Он создал в сказках самый потрясающий образ, образ нашего царя. И сегодня мне бы хотелось в этот знаменательный для нас день открытия юбилейного кинофестиваля подарить в память об этом актере его жене Ирине Константиновне. Ирина Константиновна, пожалуйста, подойдите к нам, пожалуйста. Замечательную розу, которую мы подарили в день нашего праздника премии «Звездный мост».
Ирина Константиновна, сейчас, секундочку, я просто хочу сказать. Посмотрите, какая красивая роза, Ирина Константиновна. Она создана потрясающим скульптором, художником, замечательным человеком, Зурабом Константиновичем Церетели. И это в память об этом замечательном человеке. И пусть она вас немного согревает своим теплом и добром. Танечка, подержи, пожалуйста, сейчас. Да, пожалуйста. Дорогие друзья, я приветствую вас от ретро-кинофестиваля «Виват Комедия». Михаил Иванович был первым президентом. И Ларису Константиновну мы награждаем юбилейной медалью Михаила Пуговкина. Не потому, что вы президент, а потому, что вы хорошо знакомы. И еще у нас есть киношный сыночек здесь, Сергей Николаев. В зале он. Пожалуйста, Сергей Сергеевич, если можно, мы вас тоже приветствуем и тоже вручаем. Он с Михаилом Ивановичем играл в сказках «Варвара краса», «На золотом крыльце» сидели. Привет, мой дорогой. Спасибо. Спасибо вам всем за память. И самое главное, знаете, ретро-кинофестиваль «Виват Комедия» живет и дружит со сказкой. Я очень рад, что сегодня полон зал, и что сказка продолжает жить, и что, конечно, самое главное, что во главе этого замечательного праздника стоит Лариса Константиновна, и она делает все, чтобы сказка жила, и чтобы она вас радовала. А в преддверии Нового года хочу вам пожелать и взрослым, и детям побольше сказки в жизни. Удачи, радости и счастья. Спасибо. Дорогие друзья, я очень благодарна за этот подарок. Он действительно приятный, очень неожиданный. А в нашем кинофестивале Михаил Иванович приходил к нам, и мы вручали ему уже приз нашего фестиваля «Хрустальный ключик». Он приходил в мантии царя, с короной. Ему было уже трудно подниматься по лестнице, но невзирая ни на что, он был у нас в кинотеатре «Пушкинский», приходил. Вечная память ему и всего нашего самого добрая наша память этому человеку. Давайте мы его тоже поприветствуем аплодисментами. Детский театр «Домисолька». Каждому ребенку это твердо знаем, хочется узнать, а что там за краем, что за краем сказки. Вам секрет откроем, ни к чему опасно, что за краем сказки, новая сказка. Каждому ребенку это твердо знаем, хочется летать, и все мы летаем, в небеса взмывает каждый наш. Вдохновенья победим мы
слезы, скуку и простуду. По дороге к сказке, по дороге к чуду. Вам секрет откроем, ни к чему Пасха, что за краем сказки. Новая сказка, новая сказка, новая сказка. Победим мы слезы, скуку и простуду. По дороге в сказке, по дороге в чуду. Вам секрет откроем, ни к чему Пасха, что за краем сказки. Новая сказка, новая сказка, новая сказка. Дорогие друзья, и вот торжественное мгновение настало. Олечка, какие у нас есть замечательные слова? У нас есть главные волшебные слова, которые сегодня мы произносим 10-й год, каждый год перед новогодними праздниками. Но сегодня они звучат немножко по-особенному. Итак, 10-й, международный, юбилейный детский кинофестиваль «Сказка» объявляем открытым! Дорогие друзья, но еще, пожалуйста, одно мгновение терпения. Я сейчас сюда приглашу Лизу Троицкую, которая вам расскажет о том подарке, которую приготовила телекомпания «Орел». Лиза, пожалуйста, мы ждем тебя. Пока еще. Под ваши добрые аплодисменты. Здравствуйте, дорогие друзья. Как приятно видеть вас прямо перед Новым годом. Для нас тоже большой подарок и сюрприз. И мы приготовили вам свой подарок. Года два назад мы сняли фильм «Золушка 4х4». Здесь сидит большая часть нашей съемочной группы. Но, наверное, я всех не соберу. Здесь есть режиссер фильма Александр Баршак, генеральный продюсер Руслан Устинов, продюсер Владимир Орел, продюсер Андрей Орел. Но самое главное, рядом со мной наши две главные героини – Оксана Сташенко и Дарья Мельникова. Мачеха и Золушка. Наверное, вы уже все поняли. А дальше мне сложно рассказывать много слов. Потому что мне хочется, чтобы... Да, вот это она. Теперь вы ее узнали, наверное, надеюсь. Я надеюсь, что вам понравится кино. Я надеюсь, что мы сумеем подарить вам хорошие ощущения и впечатления перед Новым годом. Мы очень бы этого хотели. А дальше я слово передаю Оксане и Даше. Мы очень быстро, мы благодарны фестивалю «Сказка» за то, что он существует, за то, что он дает возможность нам работать для детей, встречаться с детьми и делать все, чтобы дети могли расти добрыми, замечательными, с открытыми сердцами. Наши российские дети – самые лучшие в мире. Спасибо. Да? Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли на фестиваль. И я вот от всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать всего самого-самого сказочного, интересного, настоящего, волшебного. Вот. И сейчас мы покажем вам наше кино «Золушка 4х4». Желаю вам приятного просмотра. Пусть с этого фильма начнутся чудеса новогодние у вас. Да. Дорогие друзья,
Но прежде чем начать наш фестиваль и показать вам наш первый фильм «Золушка 4×4», мы должны с вами попрощаться с нашими сказочными героями. Причем, как вы поняли, многих из них вы увидите через несколько минут, как в сказке, но уже на экране, на нашем замечательном волшебном зимнем экране. Итак, дорогие друзья, под ваши самые замечательные, добрые новогодние уже аплодисменты мы провожаем наших сказочных героев. Я считаю, что это очень знаменательная дата. У нас юбилейный фестиваль, ему 10 лет. И я хочу сказать, что фестиваль чем ознаменован? Во-первых, потрясающей программой конкурсной и программой ретроспективной. Во время фестиваля мы показываем художественные фильмы наши, в том числе у нас есть две сказки. Это «Русичи» и «Золушка 4×4», которым мы сегодня открываем наш фестиваль. Ой, приколитесь, Дашка наша со всем умишком тронулась. До сих пор в куколки играет. Какие куколки? Да она спектакль кукольный готовит для первоклашек. Сказочки придумывает. Ах, про принца, наверное. Ну что еще остается делать? Да в таком прикиде кому она может понравиться? Только и остается мечтать. О! Привет, дядь Паш. Ну, как там? Сказка. Слушай, я тут всю ночь сидел. Что-то не идет. Ну, не получается у меня современная сказка. Может, ты сама напишешь? Тоже мне писатель. Кроме себя самой тебе никто и не поможет. Ну, с чего мне эту сказку начать? Ой! Я вот тут сижу и думаю. Ну, кто меня спасет? И тут вот... Ты? Ой-ой-ой-ой-ой! Да постой же ты! Вот с него, например. Страшное зло. Герой нашего времени. Немолодую жизнь, деточка. Какое еще зло? Страшное, самое страшное, которое существует только в мире. Недостаток денег! Ну, может быть, поможешь, а? Ну? Нет зла страшнее, чем... Ладно, пускай. Он будет отрицательным персонажем. Монетку. Пройти дай. Ну. Слышь? О! Тебе что-нибудь надо? Да так, мелочь. Облом. Прекрасно. Злодей нашелся. А это будет герой. Настоящий принц. Симпатичный. Будь осторожней. А что? Вполне сказочное начало. Привет! Значит, нас делает. Понял? Ну что? Так. Значит, я это... Но ведь кроме главных героев, в сказке нужны еще и не главные. Я уже, и мне штурман кричит. Я говорю, сиди, а сам-то отпустил газ. И он опять, дай посмотрю. Я говорю, сиди. Придумал. Жители королевства. Как горные орлы, одно врага. Ну, а раз королевство, то при дворе нужен шут. Я здесь, ваше величество. Ну, когда я могу забрать свою девочку? Вы не беспокойтесь. Следующий вторник будет совсем как новенький. Во вторник? Господи, вы себе представить не можете, сколько этих чайников на дорогах развелось. Ну почему? Сам не первый год за рулем. Так, а вот еще персонаж. Возможно, колдунья. Это я для домашнего театра. А может, дракон? Кстати, а вы любите театр? Обожаю. Обожаю. Просто особенно эту, как ее, на живописи. И кто же ваш любимый художник? Этот, как его... Нет, не вы. О,
Матисс, какие натюрморты писал, правда? О, обалдеть! Вы знаете, я вам так и не рассказала, но у меня муж был художником. Ага, погиб. Ушел в горы, писать натюрморт утро в скалах и свалился. И насмерть, представляете, с тех пор одна. Ращу двух детишек, девочку ищу. Девочку, как дизель работала всю жизнь. Значит, дракон на дизеле. Как же мы с вами похожи. Мы с вами? Да, у меня тоже жена погибла. И я остался двумя дочурками. Правда? Надо же. А как хорошо-то. Похоже, мне пора на сцену. А что сегодня делаете вечером? Я? А вот и я. Привет, пап. Пожалуйста, познакомьтесь. Это моя старшая. Дашенька, у меня к тебе просьба. Ты не могла бы сегодня вечером сама уложить сестренку спать? Я поздно вернусь. Срочный заказ. Ну почему мне вечно не везет? Потому что Золушка ты. Дура. Понятно. И отец твой. Нет, не дракон. Злая мачеха. До свидания. Спасибо всем. И вообще спасибо устроителям фестиваль «Сказка». Потому что если бы не было этого прекрасного праздника детства, то я бы тогда и не увидела вот свою шевелюру, свой текст. Не увидела бы вас и не передала бы всем зрителям. Живите сказки, живите сказкой, и чтобы эта сказка всегда была наполнена любовью. Я вас люблю. А, Золушка! Сначала прибери в гараже, помой окна, высуши мойку и расчисти стойло. Беги! А, Золушка! Золушка! Отдели гайки от болтов, паклю от ветоши и разточи цилиндры. А, Золушка! И самое главное, познай свое себя. Ну и пожалуйста, накачай колеса до 7 атмосфер. Ну, матушка, мне и в месяц с этим не управиться. А ты поторопись. Бип. Без злодеев и опасности сказка, конечно, не сказка. Но как было бы здорово обойтись без нескольких особо противных персонажей. Сам пошел! Ты что, школьница? Иди уроки делай, а не шляйся по улице! Жить надоело! Иди к маме, пирожки неси! А? Здорово, братишка! Ты, кстати, свидетелем будешь! Да ладно тебе, Ген! Ты сам-то как летел! О, я! Ну ты что, не видишь, куда идешь? Где ты здесь полоски на асфальте увидел? Опять ты? Опять ты? Ну неужели ты не можешь вести себя как принц? Нет, я не могу. Ты что, ее знаешь? Ха, ну вы, блин, даете. Эх, балбесы. Ну ты удивляешь, девушка. Сказка, переделанная для наших современных детей, для того, чтобы им было интереснее, острее воспринимать вот эту такую реальность, немножко такую гиперпанковскую, нежели ту, ну, как бы там, понятно, да, была немножко условность такая на правду, а здесь больше брутальности, больше современности. Да
крестница. Привет. Здравствуй, крестная. Ты всегда так неожиданно появляешься. Да, я это люблю. В прошлый раз ты появилась из бочки с мазутом. А теперь пришла полоска. Такая выдавщица. Точно. Я не спрашиваю, как ты живешь. Даже не спрашиваю. Что там спрашиваю? Тебя обидели сегодня? 24 раза. Из них напрасно? 24 раза. А ты заслужила сегодня похвалы? 333 раза. А они тебя? Не похвалили ни разу. О, боже мой. Я сейчас буду делать чудеса. Я обожаю эту работу. Ух ты! Как мне нравится, боже мой! Смотри! Учитесь все! Когда волшебные мастерские положили последний стежок на кровать, самая главная мастерица, она заплакала от умиления. Дальше бывает раз в 100 лет. Это счастливое платье. Это благословенное платье. Это платье чемпионов. А? Смелее, оно твое. Мы пришли освободить его! Где его высочество? Где? Вот он! Вот! Он! Это он? Точно! Это он! Он! Я узнал его по глазам! Волшебство! Да! Бабка! Это она! Это она! Это она! Пока! Исправим. Что это? Давай, стучат? Федя, давай, Федя! Ой, стучат из кабины. Какой глупый Федя! Тебя зовут, между прочим. Ау! Есть кто-нибудь? Мне бы колесо поменять. Девушка. Вот только попробуй сказать опять. И снова ты. Люблю спецэффекты. А я нет. Если люди созданы друг для друга. Да. Ну, здравствуй, Золушка. А дальше что было? Дальше? А дальше все, что не пожелаешь, все сбудется. Все? Ведь все начинается с желаний. Алло! Я что-то пропустил? Вечер плечи расправлял, город жёг огни, тихо трогали асфальт тонкие ступни.
у зеленых глаз из холодной пустоты шла она сейчас. Город вскрикнет на прощанье и заискрится серебром.